Вітаю, мене звуть Катерина Лапицька, і ви дивитесь програму «Щасливий улюбленець». І у цьому випуску ми продовжимо тему прогулянок із собаками. Разом з експертами ми розкажемо вам про правила поведінки у різних ситуаціях. Якщо нам необхідно із собакою десь поїхати на автівці, що необхідно мати із собою та як підготувати улюбленця до першої поїздки? Готовить нужно маленьких щенков, да, то есть когда мы берем нового члена семьи, нужно ему объяснить, что иногда мы можем и часто ездить в машине. Как подготовить собаку? Самый лояльный и бесконфликтный способ – это какое-то время просто покормить собаку в машине. Если у вас там, допустим, стоит стационарный бокс, либо если это багажник, то собаку садим в багажник, либо в бокс, и там просто кормим, не перемещаясь. Просто подготавливаем собаку к тому, что обстановка внутри машины – это не страшно и безболезненно. Вот. После этого уже начинаем ездить с собакой либо на короткие расстояния, либо можно сразу же попробовать на длинные дистанции по городу. Но единственное, что нужно всегда смотреть на состояние, самочувствие животного. В Европе, если твоя собака перевозится без бокса, то ты ее перевозить не имеешь права. То есть в машине должен быть бокс, потому что это безопасность и водителя, и пассажиров, и самой собаки. Не дай бог, если случится какое-то столкновение, он как минимум спасет целостность собаки, как максимум даже может жизнь. Есть альтернативы боксам, гамаки? Если нет бокса, есть варианты, это гамаки, которые цепляются на заднее сиденье. Если, допустим, это седан, то можно из него сделать такой лежак. Еще как вариант могут быть ремни безопасности специальные для собак. То есть покупается шлейка, и она застегивается в ячейку для ремней безопасности, тем самым ограничивая собаку в движении и не давая ей перемещаться по салону машины. Тобто і у седан, і у будь-яку автівку ми можемо використовувати як бокси, так і такі паски безпеки. А є питання, чи можемо ми перевозити на передньому сидінні собаку? Если собака, привыкшая к машине, да, если она абсолютно спокойно сидит в машине, то, конечно же, делать это можно, но все-таки лучше придерживаться правил безопасности и делать это правильно. Наши собаки уже навчені, тож покажемо, як правильно вони мають сідати у автівку, у бокс. На самом деле все достаточно просто. Мы открываем автомобиль. Мой автомобиль оборудован стационарным боксом. Вот. Ни в коем случае мы не отцепляем поводок до того, как мы не посадили собаку в автомобиль. Боль места. Собака села на место, спокойно отсоединили поводочек и прикрыли дверь, если у вас две собаки. Мы берем после этого вторую, брошу место. Отстегиваем вторую собачку, прикрываем дверь. И обязательно должна быть дверь фиксированная. Желательно, чтобы, если вы передвигаетесь в боксе, бокс находится в багажнике либо в салоне автомобиля. Бокс должен быть хорошо вентилируемым. Чи фиксируется якось цей бокс? Этот бокс у меня закреплен специальными растяжками, чтобы он не прыгал на ямах и не смещался на поворотах. Но я повторюсь, этот бокс специально сделан непосредственно под этот автомобиль, под этот размер багажника. Если у вас бокс покупной, да, пластиковый бокс, они достаточно хорошего качества, но их тоже, ребята, надо фиксировать. Если вы не будете фиксировать, бокс вместе с собакой на поворотах будет передвигаться по салону, это травмоопасно, как минимум. Да, то есть собака будет там внутри, как мячик, прыгать. Якщо в нас немає такого багажника, і ми ставимо тоді бокс у салон. Бокс ми ставимо в салон, да, опять же, это может быть либо пространство между сиденьями, если автомобиль с большим салоном, если салон небольшого автомобиля, значит, это заднее сиденье, и вы можете закрепить их ремнями безопасности. Чого ви взагалі не радили робити під час перевезення собаки в автівці? Ні в коєму случае не садите собаку в свободном, давайте назовем там, выгуле по салону автомобиля, это раз. Открытые окна – это зло два, потому что собака может в любой момент выпрыгнуть, испугаться, произойти какую-то неприятность. И третье – очень многие люди, то, что я вижу, передвигаются на автомобиле с приоткрытым окном, где торчит голова собаки.
Первое, что это может быть, это отит, потому что просто-напросто надует уши собаки. Во-вторых, опять же, это опасно. Это банально опасно. Якщо говорити про правила поводження при виході та поверненні додому, як має господар вести свого собаку, коли він заходить до під'їзду? Прежде чем вы собираетесь заходить в подъезд, всегда подаете животному команду рядом, либо придерживаете его за поводок, дабы, заходя в парадную, не столкнуться с кем-то, и будет конфликт, особенно если кто-то будет выходить с собачкой. Поэтому команда рядом, кличка собаки, и вы заходите. Плюс ко всему, вы этим предупредите того, кто выходит, потому что вас в любом случае будет слышно, что вы называете кличку своего питомца, а поэтому тот, кто с другой стороны двери, должен поостерегаться. Ну и аналогично при выходе. Тобто постоянно поряд. Рядом, да, мы открываем дверь, убеждаемся в том, что перед нами не проезжает машина, не бегут дети, не идут с животными, только после этого мы выходим. То есть собака не должна впереди вас уходить в двери. Первый шаг в двери делает человек, дабы убедиться, что там безопасно для вас и для животного. Смайл, стоять. Хорошо, рядом. 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 Какие правила поведения при перетині проезжей частини с собакой? Перед тем, как переходить дорогу, любую, это большая дорога, либо межквартальная, обязательно нужно остановиться с собакой. Желательно собаке подать команду стоять. Какой бы она порода ни была, большая, маленькая. То есть дать возможность животному сконцентрироваться перед тем, как вы будете переходить дорогу. И после этого подаете команду рядом и переходите с собакой дорогу. Собака не должна бежать впереди вас, как это очень часто бывает, да? Вы не должны бежать, животные. Бывают разные ситуации на дороге. Для того, чтобы вовремя остановить животное, животное должно находиться рядом с вами, а не то, что вы будете подтаскивать его поводком к себе, либо нажимать кнопку, опять же, рулеткой подтаскивать животное. Этого не должно быть. Только рядом с вами, спокойным шагом. И только на поводке, однозначно. Тут другого варианта не может быть, потому что это всегда травмоопасно. Які є заходи, яких необхідно дотримуватися у літню спеку? Що робити, аби ваш собака не перегрівся? Ну, нужно по максимуму сократить прогулки в жаркое время суток. Вот. Если уже есть такая необходимость нахождения животного, ну, на улице, да, значит, вы должны обеспечить ее водой в должном количестве. И многие допускают ошибку, когда начинают мочить собаку, они мочат ее сверху, считая, что как бы это поможет ей охладиться. Но на самом деле, когда начинает высыхать вода, еще больше собака перегревается. То есть, если вы хотите намочить собаку, вы мочите ей под челюстью, подмышки, пузо и паховые складки. То есть все на животе и снизу. Вот таким образом собаку можно охладить. Голову, да, голову можно, но туловище лучше не мочить. Я не рекомендую ходить на море с собаками, потому что они перегреваются, это не есть хорошо. Прям жалко тех животных, когда я вижу, что ходят с ними на море. Одно дело, когда это зонтики, температура воздуха составляет 28 градусов, и там на солнце она 35, но при этом, когда есть тень, собака еще может там находиться, но я не рекомендовала бы, это касается в основном молодых девочек и собак, то есть чихов, йорков, да, скажем так. Но когда температура тела, температура воздуха в тени 35, то вентилировать горячий воздух очень сложно человеку, тем более собаке. И гулять с ним днем, бегать с ним не есть хорошо. Тобто влітку перше правило – це мінімізувати фізичну активність. Мінімум фізичної активності днем в жару. Тобто і мінімум фізичної активності, якщо температура воздуха составляє 33-35. Тобто, якщо душно. Понятное дело, що ми не можемо об'яснити животному, що не потрібно двигатися, да? Тобто, не потрібно гратися. Тобто, смотреть по собаке. Всегда желательно носить з собою воду, иметь можливість дати йому доступ к воде. Потому что у меня в практике есть, что животное играется, играется, активно играется, играется, и хоп, он потерял сознание. И что с ним делать? С помощью воды начинаем приводить его в чувство и бежим в клинику.
Якщо виникає гостра необхідність зайти у магазин чи до аптеки, як залишати собаку на самоті? Животное оставлять под магазином небезопасно. Начиная от того, что животное может кто-то отравить, заканчивая тем, что проходя кто-то с другой собакой, могут покусать ваше животное или украсть ее. Поэтому оставлять под магазинами нельзя. Легше буде попросити когось придбати да, щось для вас. Да, если вы вдвоем, однозначно вы кому-то отдаете поводок в руки, кто-то остается с собачкой около магазина, вы заходите в магазин. Но самостоятельно животное оставлять под магазином, как многие владельцы практикуют, очень гордятся этим. Я захожу в магазин, собака меня ждет. Это все до определенного момента. Особенно, когда оставляют еще без поводка. То есть тут вы имеете шанс вообще лишиться животного. Ми не лише беремо з собою собаку на прогулянку, інколи вони їздять з нами у автівках, і багато хто нехтує правилами безпеки і залишає своїх собак у машині на сонці. Не оставляють животних, якщо нет можливості включити кондиціонер в машині. Якщо животні дуже сильно перегріваються. Були случаї, коли закривали машину під вікнами, возвращались, и животное перегревалось, и из-за перегрева животное погибает. То есть мы уходим, мы видим живую собаку, мы приходим и как бы не понимаем, что происходит. Поэтому в этом это категорично проще поехать домой, оставить и вернуться. Якщо ми прийшли на майданчик для вигулу собак, про що нам необхідно пам'ятати перед тим, як випускати свого собаку на вільну прогулянку? Когда мы заходим на площадку для выгула собак, первое, на что мы должны обратить, на количество собак на локации. Если вы уверены, либо вы знакомы с хозяевами собак, либо вы знакомы с этими собаками, вы уверены, что конфликта не будет и нет течных слуг, поздоровались и, в принципе, если ни у кого нет никаких претензий, собаки дружат, можете со спокойной душой отпустить свою собачку. Иди гуляй. Вот. Всегда обращайте внимание на собак, которых вы не знаете, на хозяев, которых вы не знаете. Всегда, заходя на площадку, здороваемся, смотрим, кто есть, спрашиваем, можно ли и общаются ли ваши собаки с другими собаками. Если там собака агрессивная, либо в течке, ну тогда уже хозяева должны между собой договориться, кто когда. Ну, то есть, либо это по очереди выгул, либо попросить сказать, когда они будут выходить и подождать, когда освободится площадка для выгула. Площадка для выгула у нас, в принципе, она существует для двух вещей. Первое – это, ну извините, справить свою нужду, это раз. Второе – здесь всегда стоит вопрос, что это закрытая территория, мы можем отпустить с поводка со спокойной душой нашу собаку. Да? Особенно это проблема с щенками, потому что щенка в большом парке на какой-то большой локації ми не можемо відпустити, тому що ми не впевнені, що він ну, не набідокурить. Які можуть виникати проблеми, якщо на майданчику забагато собак? Ну, перше, що може виникнути, це конфлікт між животними, та ж сама, яка переросте в дальнейшому конфлікт між хазяєвами. Поэтому, ребят, ну как-то, если мы все живем там в одном каком-то районе, да, выгуливаем на одной площадке, давайте как-то дозированно выгуливать своих собак и договариваться. У всех есть номера телефона, мы можем все цивилизованно договориться, кто в какое время приходит на площадку и таким образом спокойно и мирно все существовать на этом месте. Вот и все. А какую будет нормальная кількість собак? Сколько? 5, 7, 10? Все зависит, опять же, от территории площадки, потому что, соответственно, чем больше площадка, тем можем мы больше выпустить туда собак. Но опять же, часть собак будет на поводке, часть собак будет в свободном выгуле. И здесь уже стоит вопрос контроля хозяевов, да, и ответственности владельцев своих животных, потому что даже 3 собаки могут устроить конфликт. А бывает такое, что там 10 собак, которые общаются между собой спокойно, мило, там нет агрессивных пород, да, либо каких-то там доминантных особей. И, в принципе, проблемы не существует. Вот самые большие проблемы – это обычно доминанты, и это проблема течных собак, либо собак после течки, у которых остался там запах уже. Естественно, тогда, если будет течная сука и будут 2 кобеля, они начнут спорить, это природа. И это приведет к конфликту, да, и неприятным вещам в конечном итоге. Скажи, что зазвичай ты с собой берешь на прогулянку? Я всегда беру с собакой ее любимые игрушки, чтобы ей было весело. Ну, и пытаюсь, чтобы моя собака не контактировала с дворнягами. А чему?
Потому что они могут покусаться, и собака может набраться блох. Я убираю за ней вот с помощью вот таких вот пакетиков. Що робити, якщо ваш собака потребує особливого ставлення оточення? Сейчас все больше набирает, скажем так, оборотов традиция, которая пришла к нам из Америки. Вот, у них проводилась акция, которая называется «Желтая ленточка». И если собака требует какого-то особенного отношения со стороны окружающих, если эта собака только попала в семью из приюта, у нее проблемы социализации, либо какие-то могут быть агрессивные реакции на других животных, либо плохое самочувствие рядом, тогда на собаку цепляют, либо на поводок цепляют желтую ленточку, либо это может быть желтая бандана. Вот, выглядит она какие-то, ну, вы выбираете любую желтый предмет, либо это ленточка, либо это тряпочка, и просто повязываете ее на поводок. Вот так, чтобы ее могли видеть окружающие. И это будет знаком того, что если люди, проходящие возле вас, видят вашу собаку с такой символикой, скажем так, то нужно бережно относиться к ней, либо отойти в сторону, не подпускать своих животных, ну, изолировать ее от контакта, скажем так, окружающих животных и, возможно, даже людей. У наступному випуску ми розкажемо вам про виставки котів. Що із собою мати, як готуватися та що залежить від рішення судді.